Добрый день! Сегодня мы снимаем третье видео. Сегодня будет больше упражнений для ног. Упражнения опять-таки будут лежа на спине, лежа на боку и сидя. Приступаем. Начинаем с упражнений на полу или же на кровати вы можете начинать. Первое. Начинаем с согнутых коленочек. Первое упражнение очень простое. Коленочки согнуты. И коленки разводим в стороны и соединяем вместе. Два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дальше выпрямляем одну ножку и ножки меняем местами, но не в воздухе, а тянем по кровати. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дальше обе ножки согнуты и на выдохе приподнимаем хвостик. Четыре и пять. 7, 9, 10. В следующем упражнении ножки ставим чуть-чуть пошире, на ширине плеч, коленки можно держать вместе. И на выдохе поднимаем попу вверх, делаем маленький мостик. Раз, два, три, четыре, пять, семь. 8, 9, 10. Дальше нам надо будет немножко отдохнуть, дышаться. Поэтому ручки можно держать либо за головой, либо вдоль тела, как удобно. И на вдохе мы надуваем животик, на выдохе втягиваем. И пятый раз. Дальше выпрямляем одну ножку, вторую сгибаем пяточку максимально, подтягиваем к попе и прямую ножку поднимаем до уровня коленочки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 8, 9, 10. Хорошо, меняем ножки и повторяем. Раз, два, три, пять, шесть, семь. 10. Следующее упражнение чуть-чуть сложнее. Одну ножку выпрямляем и потихонечку рисуем кружочки ножкой. 10 в каждую сторону. 2, 3. Кружочки маленькие. Стараемся не шатать вторую коленочку. 3. И меняем направление. И раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И меняем ножки местами. И 6, 7,
10. И в обратную сторону. 1, 2, 3. Восемь, девять, десять. Изгибаем обе ножки. Следующее. По одной. Ручки опускаем вниз и по одной подтягиваем коленочки. Одна ножка прямая. Вторую подтянули к животику. Потянули. Тянули. И опускаем вниз, подтягиваем вторую. И эту первую выпрямляем. И опять потянули. И опять поменяли. Каждую ножку по 2-3 раза. И опустили. Подтянули вторую. Первую выпрямили. И тянем. 4. Опустили. Подтянули. Тянем. 4. Согнули ножку. Отпустили и потянули последний раз. 3, 4. Хорошо. Дальше продолжим на боку. Дальше продолжаем на боку. Ручка под головой, чтобы было удобно. Если не хватает, можно маленькую подушечку подложить. Ножки согнуты. И первое упражнение очень простое. Поднимаем коленочку вверх. Такая книжка получается. Стопы лежат, только коленка работает. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Продолжаем чуть-чуть более сложным упражнением. Едем на велосипеде одной ножкой. И раз, два. Коленочку обязательно стараемся согнуть, до пояса дотянуть. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дальше нижнюю ножку выпрямляем, верхнюю ножку кладем на пол и нижнюю ножку прямую поднимаем вверх. И раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Обе ножки теперь выпрямляем и придерживаемся спереди рукой. Да? И обе ножки приподнимаем вверх. Не важно, насколько ножки поднимутся. Важно направление движения. А раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Дальше будем приподнимать попу. Тоже совершенно не важно, поднимется она, оторвется от дивана или нет. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10. Дальше мы немножко потянем ножки. Да, сгибаем коленочки. Попытаемся взять верхнюю ножку чуть-чуть выше голени и коленочку отвести назад. И пускай спереди мышца немножко потянется. Потянули ее, потянули, потянули и расслабили. И переходим на второй бочок. Продолжаем на втором боку упражнение. Первые коленочки согнуты. И одну коленочку поднимаем вверх. Делаем книжку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Дальше верхней ножкой едем на велосипеде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
и 10. Теперь верхнюю ножку сгибаем, нижняя ножка прямая. И нижнюю ножку поднимаем вверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Дальше обе ножки прямые. И обе прямые ножки поднимаем вверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Теперь поднимаем вверх таз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10. И последнее. Обе ножки согнуты. Немножко потянем верхнюю ножку. Берем ее за голень. И потихонечку отводим коленочку назад. Пяточку немножко тянем к попе. Потянули, потянули, потянули. И расслабили ножку. И переходим к упражнениям сидя. Продолжаем наше упражнение. Упражнение сидя. Первое очень простое. Одна ножка прямая. Сколько есть, сколько позволяет коленочка выпрямить, столько выпрямляем. Болтаем ножками. Раз. Три. Четыре. Семь. Восемь. Девять. 12. 13. 15. 20. На каждую ножку получилось по 10 раз. Дальше поднимаем одну ножку, коленочку вверх, и соприкасаемся противоположной ручкой. И делаем. Раз, два, три, четыре, пять, восемь, 10. 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Следующее упражнение такое. Ножки ставим вместе. Если у вас они не висят, а стоят на полу, все равно это будет удобно. Значит, коленочки разводим и сводим. 2, вместе. 3. Вместе. 4. 5. 6. Вместе. 7. Вместе. 8. Вместе. 9. Вместе. 10. Вместе. Дальше все точно так же. Садимся максимально глубоко, чтобы ножки немножко висели. И разводим стопы в стороны. 1. 2. 3. 4, 5, 7, 8, 9, 10. На этом спасибо. Ждите наших новых видео. Дальше у нас будет общее упражнение. Растяжки. Всего доброго.